Здравствуйте, Аван, салам Бурнеде. Вот рассматриваем яйца. Вот 7 апреля, чуть-чуть, вон видно, красное. Значит, вот его в эту сторону кладем. Ой, вот здесь тоже в этот. Вот здесь уже вот, которые проверяем, а здесь проверены. Которые не оплод, пустые, их лучше убирать. Потом они портиться будут. Вот это 30 март, нормально. И Бог выйдет. Так, здесь 27. Вот видите, черный, воздушная камера. Воздушная камера. Чавашла Галазанда Кундага Хменсывла Живур Хваралманы. Извините, Казяров. Значит, Кундада Хитряга. Мне зароды Живур. 30 марта здесь. Шагандах Кавагал Зимар Дизенер Дехура Прага 30.03. Куили индаутка или простой кросс Кавагал. Это или индаутка, мускусная утка, или этот агидель, там этот благоварский утка. У канадских уток черного цвета. Вот видите, зародыш чернеет. Вроде нормально идет. Так, здесь число какое? Так, число у нас не видать. 5 апреля. Ну, для 5 апреля нормально. Этот формируется. Посмотрим дальше. Вот так периодически вот проверяем. С одной стороны, охлаждаются яйца. Вот их охладить надо. Вот гуси же, они гуляют. С другой стороны, переворачиваем, посмотрим. То есть, даже уже при выводе, как бы общение происходит. Сильно, конечно, крутить не надо. Вот этот мы иногда торопимся, помедленнее. 17.03, нормальное. Нормальное. Так, здесь тоже черный. 24.03. Так, здесь вот 1 апреля, никому не верь. Зародыш складывается. Будем думать, что все нормально будет. Где вот какие-то что-то. Вот здесь этот воздушная камера как-то боком. 28-й этот. Здесь кровяное кольцо, скорее всего. Здесь это оставим, место занимает. Видите, вот это дальше не развивается. Посмотрим. Слишком удлиненный. И воздушная камера кривое. Вот сюда его отставим. Посмотрим. 28 числа. Вот 27. 27, видите, все черное уже. Весь зародыш. Значит, у нас 28 примерно такой же должно быть. А оно у нас, развитие прекратилось. Вот это 7. День Благовещения ложили. Нормально развивается вроде. Это вот черное. Так, дата какая? Так, 21 марта, нормально. Вот тоже удлиненные. Вот такие удлиненные яйца в этом году одна гусыня несет. 29-е, что-то интересно. Половина вот развитая, половина, а половина нет. Скорее всего, это вот, а может быть и этот. Вот другая порода, мы на рынке гусей покупали. Но чрезмерно удлиненные яйца. Вот чрезмерно удлиненные яйца. Посмотрим. Вот, ну, так-то половина этот развитая. Половина. Смотрим дальше. Это 22-е. Вроде зародыш нормально чернеет.